Вот посмотрите, какие, друзья, пробки в Виннице. Видите? Это центр города, кстати. Центр города. Пробки. Катя, посмотри, какие пробки. Что, попробуй, как тут проехать? В жизни, наверное, уже не выйдешь. Все. Считай. Центр города. Это, друзья, центр города Винницы. Вы посмотрите, какое здесь движение. Центр города Винницы. Центр города Винницы. Тут не переедешь никогда. Светофоров нет. Видите, сколько машин едет, и едет, и едет, и едет, и едет. Центр города Винницы, друзья. Посмотрите, какие дороги у нас. Центр города Винницы. О, может, я сейчас проскочу, а вряд ли. Центр города Винницы. Посчитайте, сколько машин проезжает через центр города Винницы. Вот. Да, не переждать никогда уже. Все, сейчас будет пробка, и все застрянут. Ну вот. Видите, едут, и едут, и едут, и едут. Считайте, просто возьмите и посчитайте. Включите видео сначала. И подсчитайте, сколько тут машин. Вот. Посчитайте, сколько тут машин. Никогда не переждать. Никогда не переждать. О, никого нету. Ну, сейчас. Что там еще кто-то? Ё-моё. Да. Никогда не переждать эти машины. Никогда не переждать. Посчитайте на кадрах, реально. Это Винница, это центр города Винница. Вот. Вот смотрите, какие у нас тут Винница дороги, друзья. Какие узкие, главное. Все, тут, ну, видите, ну едут и едут. Смотрите, так можно снимать целый день. Давай. Еще один. Ой, никак не проехать. Ну что, надеюсь, сейчас проедем. О, наконец-то моя очередь наступила. Я ровно час ждал, друзья. Конечно, сейчас, наверное, как кто-то будет опять встречка ехать, придется сдавать назад уже по 8-му разу. Пока никого. Надеюсь, мы проедем через центр города по Бырику. Надо тут очень быстро гнать, потому что если ехать медленно, то все. Камни везде лежат. Ужасная дорога. Да, это чудом повезло, что мы выехали все-таки.